Хочу заметить, что вот российская делегация была приглашена сегодня на это мероприятие, но никто не пришел. И они, кстати, я всех встретила, в том числе господина Толстого. Он выходил из здания Бундестага и шел, наверное, на обед из здания Рейхстага. Они с вами поздоровались? Нет, они со мной не поздоровались, но я не уверена, что они меня заметили, потому что я шла чуть-чуть сбоку. Они не приходят. Почему? Потому что им сказать нечего. Нету. Тут против этого невозможно возразить. Требует семья и соратники расследования. Не установлен мотив. Нечего возразить. Вот это такая ситуация, когда и сказать-то нечего, и поэтому они не приходят. Не приходят, потому что сказать нечего в свое оправдание. Вот так. И я была уверена. Мы, кстати, с Володей Крамурзой поспорили. Я сказала, что никто не придет. Он говорит, да смотри, какая большая делегация приедет. Все к нам придут. Я говорю, не придет никто.